Игорь, ну что ты делаешь, а? Ну, давай, давай, давай! Ну-ка, куда? Игорь, хватит, ребенок простынет. Убирай! Ну-ну-ну, давай, давай! Матвей, сильно не бегай, сынок! Постой! Ну, давай! Ну ты здоровый в гармошке, а, Игорь? Правильно? Игорь, ну только отболели! Сейчас потеет и по новой! Ну хватит, все, сейчас же прекратите! Ты че, обалдел, Игорь? Прости, Лен! Ну, дернешь? Не, не буду, она горькая. А ты откуда знаешь? А он морщится, когда пьет. Умный. Ну, за ум. Давай. О, по-взрослому. Здравствуйте. Здорово. Чё надо? Вы кто? Может, не будете плевать в доме? Чё надо, я спрашиваю? Деньги, золото есть? Не ори, овца, не ори! И щенка своего заткни! Сядь, дубина! Сядь! Тихо, все хорошо, все. Тихо. Ну, успокойся. Тихо. Сядь, ты слепой, что ли? Тихо. Игорь, я прошу тебя, сядь! Тихо, все хорошо. Вот так. Не рыпайся. Потихоньку сидим и улыбаемся. Ну что? Деньги, золото. Вы чё, уроды? Дом перепутали? Я капитан ФСБ. Значит, не бедный. Чё ты ржёшь, говнюк? Исчезли. И полчаса вам, чтобы из области пропасть. Ну ты чё, терпила? С овощами базаришь, а? Тебе сказали пряники доставай! Это дача, мудаки, здесь нет ничего. А с собой? Мелочь. Ну дай тогда пожрать, что ли? Сам делал. Говно. Деньги, сука, деньги! Игорь, я прошу тебя, дай все! Хорошо. Наверху бумажка. Много? Да. И вот еще на мне... Золотое. Возьмите. Тащи пряники. С ним поднимись.
себя приди. К себе приди. Стоишь? Хорошо, значит, слушай внимательно. Сейчас спускаемся вниз. Веди себя нормально. Ничего не делай. Глазами не бегай. Знаков никаких не показывай. Если что не так, убью обоих. Понял? Понял? Подними все. Подними. И нож. Всю байду держи перед собой, чтобы видно было. Понял? Пойдем. Пойдем. Ну что, вода? Порядок. Сколько? Нормально. Масло. Ножи бросили. Ногами от себя. Все, отбой начальник пресекли. Лицом к стене. Бери Матвея наверх. Запритесь там. Руки на стену. Ноги шире. Шире. Еще шире. Еще. Вот так. Прости, мужик. Рот закрой. Пошли на улицу. Машину водишь? Да. Садись за руль. Садись! И ты спереди. Куда едем? В мусарню. За пряниками. Дорогу в город знаешь? Да. Тронулись. Давай без соплей. Войди в положение. Ты прикинь, 3 года не захер собачий отсидел. За бабу на улице прыгнул. Одному башку пробил. А он мент. Закрыли в легкую. Эта сука даже заяву не кинула. Вышел. На работу не берут. Ни родных. Ни друзей. Руку никто не пожмет. Край. А у него вообще депресняк. Родаки бухали всю дорогу, чмырили его. Дома срань жрать нечего. А потек матуху на его глазах зарезал. Прикинь?
Пошли в лес. Пойдем. На колени. Не убивай, дяденька! Да не дури, начальник! Чё как сука-то? Помогите, пожалуйста! Кто-нибудь, помогите! Заткнись ты, блядь! Я же сказал, что я капитана позвал. Суки драны. Капитан. ФСБ, блядь! Кому полезли? Скоты! Поганые! Ко мне! Дом! Жену мою! Сына моего под ног! Давай охуеть, почему ж ты? Вы у меня дерьмом своим захлебнете, гниды! Я вам кишки вокруг горла намотаю! Раздавлю фазу! Рвать буду в мясо! Здорово, сосед. Здорово. Загребаем, что ли? Ну да, вот. Чего-то маловато. Ну да. Там в лесу кричали, что ли? А? Я говорю, в чё? Лесу кричали, что ли? А, да так, заблудились. Ну чё, как мать-то? Да получше. Ну дай бог. Пацана в школу отдали? Ну да. Она ж приболел, чё. Прошли это. Ну ладно. Годок, наверное, дом посидит. А оно, может, и к лучшему. Так, да, наверное. Ну да. Ну ладно, поеду я. Давай. Давай. А, приходи в гости. Ну, конечно. Хоти убери, пацана. Посидим, да? Шлыка нажарим, выпьем, притащим. Давай, давай. А ты не ходи туда. Там грибов нет. Я там хорошо посмотрел. Понял? Ну, жду в гости.